Семняшки, пацаны, вы смотрите прохождение Сёгун 2, Закат самураев. И это ночные серии. Слышь, пацанчик, просмотр, лайк есть? Чё, бля? Как нету, бля? Сука, если найду, блядь, а? Ладно, ребят, простите за такую херню, это всё-таки ночные серии, надо вот в образ войти тогда. Почему я решил сейчас ночью записать? Да потому что в основном я любитель, как говорится, посидеть ночью, да? Как говорится, днем я... А ночью я люблю сидеть. Да и тем более ночью никто тебя не побеспокоит, никто по мобильнику, да, не позвонит, да, никто там не будет тебе в дверь там долбить, звонить, да? То есть вообще никого, тишина и спокойствие, можешь записывать сколько хочешь. Вот я и решил сейчас вот записать вот... Сёгуна, Майнкрафт и, надеюсь, Империя, да, успею сегодня записать. Да, и, ребят, я сейчас провожу голосование, да, то есть ВКонтакте, опросец такой небольшой. Сделаю это потому, что многие очень, ну, короче, многим уже надоело Total War. Не знаю, ну, я-то как от него успеваю отдыхать, да, то есть я не так часто сейчас ролики выпускаю, вы знаете, да, тут. У меня тут проблемы, некоторые такие небольшие квартиры, да. Ну и вы знаете, мою опять же лень. И поэтому я успеваю отдыхать от Total War, поэтому мне как-то совсем не напрягает. Но некоторым людям уже надоело смотреть на Total War, то есть моим, всем моим подписчикам, которых, кстати, уже почти 2000. Сейчас на данный момент, ну как я записываю, 1777. Не знаю, может сейчас больше будет, пока я буду рендерить. Ну вот, провожу там опросец. То есть... Либо дальше я буду проходить то, что прохожу, да, то есть вот сейчас вот Рим, да, вот Сёгун, там, Шкалкрафт, это, да, Майнкрафт, Империя, Total War. Либо я буду что-то делать, писать что-то новое, типа Sims 3, да, со всеми дополнениями. Или вот FIFA, вот, 13, там, прохождение карьеры. Или вот, опять же, вот, ну, продолжу, опять же, этот, как у Шкалкрафт, да. То есть вы решите, что вот мне дальше проходить. Потому что я скоро уеду, как говорится, в армию. Призыв у меня уже задолбали спрашивать. Призыв в армию начинается с октября, ребят, с 1 октября. Но это не значит, что меня прям 1 октября заберут под мышки, все, и увезут. Нет, я даже, возможно, до ноября еще буду пока с вами. Возможно, я не знаю. Я не знаю, ребят, сам. Но то, что с октября призыв начинается с 1 октября, это факт. А вот как дальше будет, смогу ли я еще что-нибудь записать или не смогу, это уже... Не знаю, как получится, как, да? Как получится, короче, не знаю. Все. Вот, в общем, вы выбираете в голосовании, да, и со следующего, то есть, вот, когда я эти три серии выложу, то есть, я уже тогда буду, посмотрю по голосованию. Либо я дальше продолжаю писать то, что пишу, либо буду писать что-то новое, да, то есть, опять вот, Симсы, там, Фифу, там, Майнкрафт. В общем, вот так вот. Надеюсь, вы поняли, да, так что можно уже, я думаю, начать писать. Так, включу фрапс, таймер. Пошли часики, пошли. Так, микрофон тоже надо сюда подвинуть, чтобы меня слышно было. Подготовиться. Опять включу карту. Я все-таки сейчас хочу вот именно все, не побольше захватить, потому что у меня такие маленькие территории, как вы видите, да? Это вообще милипусенькие. Вот в Риме, да, я сейчас там уже почти всю Грецию захватил. Так, со мной также Кока. Кокс. Да, и опять же, извиняюсь, что я буду опять пить воду, когда вы будете смотреть. Ну, потому что реально горло пересыхает, то есть это я уже не раз говорил, что пересыхает горло, и ты начинаешь постоянно. Кстати, я на микрофоне проверил, так громко слышно, просто ужас. В общем, вы поняли, ребят, следующие игры на прохождение выбираете вы. Можно так сказать. Что я буду проходить дальше, пока меня под ручки не загребли в армию, да? Ладно, все, хватит болтать, время идет, а я болтаю. Ой. Микрофон так, что у нас тут за проблемы? Мы, по-моему, хотели, да, пора уже их захватывать уже. Уже, пора уже захватывать. Они бесят. Может, надо с этим немножко это в настройках звук погромче сделать музыку. Чуть-чуть совсем. Я думаю, так.
Нормально будет, меня будет, наверное, слышно. Я не знаю, надеюсь. Ничего не заглушит. Так, это у нас кто, ополчение? Да, мы хотели отомстить. Я все помню, что я хочу его на днище отправить, сука. Один корабль у нас уже построился, такой же, как и он. Но я хочу еще в подкрепление, да, то есть у меня он нанимается или нет? Флот, да, войск. Да, еще один ход. Вот через один ход мы уже проведем морскую битву и я потоплю наконец-то. Также нам... Да, мы тут еще осаждаем еще один город, я помню. Как раз, где там восстание было, да? Так, тут у нас что гейши делают? Ну да, он здесь у нас следит. Я уже не помню, с кем мы воюем, надо еще раз посмотреть. Извиняюсь, я забываю, естественно, сколько я не писал уже. Ага, с ними воюем. С ними воюем. Так, а ты кто? А, ну понятно. Все ясно. Так, ну ладно. Это вражеская армия, она вся побитая. В принципе, тут ничего делать не надо. Да, уже я думаю, сколько там они у нас... А, они у нас пополняются еще. Я просто хотел уже сразу пойти. Да, в принципе, можно и сразу пойти. Ладно, подождем еще один ход. Как раз приведем и морскую битву, я думаю, сегодня. И захватим два города. Я думаю, что я два города сегодня захвачу. Надо как-то по-быстрому это все решать. Так, у нас развитие. Что у нас там? Да, я хочу посмотреть, где тут у нас французские, то есть помощь от французов. Мы же союзники с французами, да, союзничаем с Францией. Мне говорили, что давай уже там у Франции, там, проси. Только хрен найдешь их, вот гвардию Сёгуна я вижу. А где... О, да, и мне сказали еще, изучай вот это, потому что с форда твоего, то есть будет стрелять с пушек. Ну, смотрите, сколько еще до него, 15 ходов. Я не успею просто. Так, 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 так. Походу, где же и как же нанять? Вот кто-нибудь может написать, как нанимать этих французских? Потому что я говорю, я вот Сёгун 2 прошел, да, там захватил, как говорится, все земли. А вот еще пулеметные башни. В общем, я не знаю, где наши французские. Я знаю, что они есть, то есть их можно нанять, но как? Может, надо какой-то порт построить, я не знаю, специально для них. То есть, нести какой-то порт и специально построить. Я не знаю, напишите в комментариях, я буду очень признателен, если вы это сделаете. И, я думаю, люди тоже оценят это, потому что, может, тоже кто-то не знает. Ага. Угу. Да нет, тут все, в принципе, все в порядке. Пропускаем ход. Смотрим, что противник будет предпринимать. Но я думаю, он ничего не сделает, потому что он и так разбит уже. Захватываю, как говорится, не хочу, да? Плавают они, что-то там все плавают. Толку-то от этого. То есть даже так, да? Даже так. Слушай, вот это интересно. Блин, ну конечно не помешали бы мне французские пехотинцы, блин. Там конец у них, по-моему, там... Не, по-моему, французская пехота элитная. Ну вот это интересно. То есть у них перевес капитальный в этих, как в коннице. Плюс они также в рукопашку пойдут. И у них есть пушки, что... В принципе, только у нас одна пушка, да, деревянная. У нас нет конницы, мы не можем пушки толком разбить, но я попытаюсь. Кола. Сука, нахрена я начал пить колу, опять же говорю. И у них вообще практически нет ни одного стрелкового. То есть у них только два ополчения, да, то есть два отряда. Но их больше. Их на чуть-чуть совсем больше. То есть у меня 2664, а у них 2688. Господи. Ладно, что, сохраняемся. И... Атака, да. Поведем нашего лидера, нашего наследника. Он, по-моему, еще до сих пор наследник. У нас такой прокачанный уже, что... Я не знаю. Опять свои белые этой херни на башке, да?
Что тут у нас? Туман. Ну, туман, конечно, минус, да, к обзору. Обзор. Клёвый у тебя обзор, пацан. Да. И вот меня обманули. Где... Вот вы видите, что это равнина? Я что-то не вижу, чтобы это была равнина. Это ни хера не равнина. Это... косогоры какие-то, я не знаю. И причем и стрелковое оружие. Я понимаю, вот, им плюс в том, что они... У них не стрелковое оружие, то есть они могут спокойно чуть не подбежать, да, вплотную и рубить. А нам-то надо расстояние, чтобы стрелять. Поэтому я думаю... Ну, наверное, тут где-нибудь позицию займу, я не знаю. Блин, да выбирайтесь. Вот я не знаю, выставлять вперед сначала ополченцев, а потом линейную пехоту позади. Либо их просто тупо растянуть. Я не знаю. Блин, я не знаю, действительно. Ну, наверное, так сделаем. Блин, надо их побольше, конечно, растянуть будет. Как-нибудь вот так вот. Чтоб они прям все стреляли. Подбежали и стреляли, да? Но они все не смогут стрелять. То есть мы мало растянули, надо побольше растянуть. Вот так вот где-нибудь. Надеюсь, мы выиграем, я не знаю. И у них пушки, да? Но, надеюсь, пушки до нас не достанут, потому что... Это было бы печально, если они до нас бы достали. И мы, наверное, их разместим где-нибудь... Ну, где-нибудь вот здесь, да. Вы как? Норм? Вам норм? Смотрите, вы, получается, на возвышенности находитесь. А возвышенность — это круто, да? Вам нравится? Да, детка, вам должно нравиться, да. Да, ой, ладно. Так, конница. Конница, конница. Ну, так, это кто у нас? Кавалерия. Суперская кавалерия с саблями, да? А это у нас, ну, тоже, в принципе, красавчики. Красавчики сюда. Короче. Кирычи делай кнычи. Так. Вот этих мы, пожалуй, где-нибудь посередке. Если что, они будут бегать туда-сюда, помогать. Либо тому, там, флангу, либо этому. А вот этих вот суперских пехотинцев наших, да? Которые очень хорошо стреляют. Я думаю, да, я не знаю, куда их, в принципе. Можно и сюда их поставить, либо... Ну, ай... Ведь они на них нападут же, ведь, а? Вот первым делом на них же, естественно, нападут. Но они вроде как могут сражаться, да? У них, да, у них есть сабли, они могут сражаться. Но они, блин, очень крутые, мне прям жалко их. Вот что делать с вами, а? Давайте... Блин, давайте без сдавайся. Я не знаю, что с вами делать. Вот, короче, где-нибудь вот здесь вы встанете. Я понимаю, чтобы отсюда стрелять. Ну, вообще не... Генерал, иди нахер. Отсюда вы стрелять толком вообще никому не попадете, но если что, вы будете как прикрытие, да, то есть вы как элитная пехота, тем более вы хорошо сражаетесь. Так, командир у нас идет сюда, да? Кавалерия с этой стороны и с этой, да? И тогда встань где-нибудь вот здесь. То есть ты их обойдешь, да, и нанесешь удар по пушечкам. Я так думаю. Ну, если что, мы будем опять же маневрировать. Но пока я так решил расположить. Далеко ли тянется твоя? Ай, не очень-то далеко, я сказал бы. Причем даже совсем недалеко. Так что как-нибудь вот так вот встань. Ага. Вот с этой стороны ты сможешь попасть и с этой. И также вот как раз с этой горы ты будешь их бомбить. Да, бомби их. Сбегаемся. Я не знаю, что со мной. Нет, лучше все-таки вот так вот. Вот чуть-чуть вот так вот, да? И чуть-чуть вот так вот. Я уже задолбался вас ставить. Спойди. Как-нибудь уже встаньте. Все, нормально. Начинаем битву. О, нас еще и не видно, что вообще, вообще отлично. Так, вы стрельбу без приказа. Все, господи, выбирай их. Тактика изнурения ни за что на свете. Ага, у вас всякие бонзайчики есть. Так, и конница, да, и конница. Посмотрим, что они... Ой-ой-ой. Плохо. Вот, у них вся эта артиллерия стоит на месте. И нам надо как-нибудь их попытаться обойти сбоку. Встань сначала сюда, ты. Будем, опять же, эту тактику конец. Мне она очень понравилась, что как у Диоданта я видел, да?
что как у мистера ЛС 191. Почему я раньше ее не использовал, блин? Я помню, в детстве, блин, когда был мелким писуном, блин, тоже любил конец во фланг заходить. Вот почему-то вот именно так, как я клево руководил армией, был, когда я был совсем мелким. Когда вот я повзрослел, да, вот мне 21 год, блин, я все это забыл, все свои вот эти тактики, блин, и действую как нуб, можно сказать. Меня это немножко бесит. Почему я все про это забыл? Хотя это очень действенная тактика, во фланг заходить и врубить им в спину. Пока основная армия стоит тут и обороняется. Так что да, ты сюда идешь. То есть совсем их оху. Видишь, они вообще, видите, они вообще меня не видят, то есть им похеру на меня. Ну сейчас они чуть-чуть подальше отойдут, чтобы я прям полностью пушки все выбил. И тогда уже буду точно им в спину бить. Причем от души так в спину бить. Так, ну вы идете, да, то есть промотаем немножечко времени. Чуть-чуть совсем. Пушки, 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 самое главное пушки. Они стреляют у меня? Да, стрельба без приказа. Не, зачем бросать орудие? Режим от первого лица? Нет, спасибо. Не нужно. Короче, вы сами стреляете как-нибудь. И желательно, конечно, по... А у них командир-то, по-моему, нет? Или есть? Есть какой-то командир у них? Вот военачальник там какой-то. Где там военачальник? Противник, противник. Ерикати. Да хрен знает, где этот военачальник. Его теперь не найдешь вообще. Где-то посередине должен, как говорится, по идее быть, да? В общем, похер на этого военачальника. Главное, что у нас военачальник есть, и он очень круто выглядит. До сих пор так же, да? Молодо, да. И твоя же белая херня, она так возбуждена. Ладно. Хватит уже херней страдать. Конец, давай уже нападай. Они уже далеко отошли. И ты спокойно их разрубишь. Ты с этой стороны, ты с этой. Я понимаю, конечно, что они не принимают участие в бою, но мне все равно хочется выбить эти пушки. Чтобы они мне не мешали, если я пойду добивать, да, войско. Так, они... Но это вас не спасет, ребят, то, что вы заворачиваете пушки. Это вас, ну, совсем не спасет. Может, и спасет, конечно. Но навряд ли. Ну, давай, вот, полетели. И, надеюсь, не попадут. Надеюсь, блядь, не попадут. Бегом, блядь, бегом! Попали. Ну, это хотя бы не картечь. То есть вы должны, во. Нет, одна лошадка. Господи. Мои лошадки, мои люди. Вы охерели, вы за это поплатите, вы за это заплатите, вы за это своей кровью, сука. Нет, все, не успеете уже соревновать, все, все, все. Знаете, аж пушки даже двинули. Вам пиздарики на воздушном шарике. Так же, как и с этой стороны, да? Вы их рубите? Да, вы их рубите и добиваете вообще, все. Не оставлять в живых эти пушки. Мы полностью разбили всю эту батарею, блин. Всю эту бригаду, блин, бригада. И добиваем их просто, добиваем. Да, не ожидали, да? Вы за... Это за то, что вам убили моих лошадочек. Людей не так жалко, жалко лошадочек. Суки, бегите в панике. Никого не оставлю в живых. Я люблю, конечно, в живых оставлять, вы знаете, да? Но нет, не в этот раз. Так, нет, на этих мы нападать не будем. На этих мы тоже, потому что они с Яри. То есть они с копьями. А, так я же забыл, они все с копьями. У меня, конечно, стрелковое бы оружие... Не, я подожду. Я лучше подожду, пока они пойдут в атаку. И тогда мы конницы уже будем... Долбанной кулы атаковать. Вот, встаньте сюда. Ну-ка, пешочком, пешочком. Не привлекайте к себе внимания. Не надо. Ну, мам, а мы ждем. Мы ждем. Пушки-то наши стрелять вообще будут? Алло, пушки! Или они еще не зашли? Все, давай, в конницу. Стрельба без приказа у тебя включена. Ты что глючишь-то? Вот сюда. Давай, посмотрим на это. Да, да. И... Да! Yes! Но это не военачальник. Я еще никак не могу найти военачальника. Где он? Бог его знает. Так, короче, ты стреляй без приказа. Сам будешь стрелять, окей? Давай. Да? Да, все. Он согласен. Он кивнул головой и так, да, да. Ну а вы ждите, вы ждите. Только вы немножечко так вот повернитесь, пожалуйста. Вот так, чуть-чуть совсем. Угу. Потому что мне это не нравится, то, что они так-то идут. Ну, совсем не нравится. Вы кто у нас? Вы у нас ополченцы. Вот за ополченцев я больше всего боюсь, поэтому я сюда отправлю
Да, вот этих пацанов. А с этой стороны... Да, и с этой стороны, конечно, тоже бы не... Хотя нет, стой на месте, потому что не знаю, как еще исход битвы будет. Но я за ополченцев просто волнуюсь. Так, они уже косят. Косят конницу. Надеюсь, генерала убьют. Я очень хочу, чтобы они убили генерала. Прям с жаждю. Но... все-таки они ворвались в наш строй, поэтому вы спасайте их. И вы, в принципе, тоже. Потому что эти сейчас гады еще побегут. Так, тут тоже с этой стороны у нас жопа полная происходит. В рукопашку пошли, в рукопашку, в рукопашку. Надо их гнать отсюда. Надо их отсюда гнать всех. Ополченцы-то все-таки молодцы, блин, а? Нет, надо на командующего нападать. Вы давайте их рубить, господи, как все лагает. Так, конница, конница, мы совсем... Это что за... Вот так вот. Пропустил момент, называется. Охереть, вот этого я не увидел. Да, конницу нашу всю порубили. Да, опять тактика глупая. И опять нас чуть не убили, да? Ну все, в атаку. Гнать их. Гнать, гнать, гнать. Блин, конницу жалко, охереть, порубили. Ну мы их, да, мы их разбили. Блин, он пропустил момент. Заболтали вы меня совсем. Это вы во всем виноваты. Ладно, я шучу. Конечно же. Продолжить, да, гнать их, убивать, насиловать их детей. Тесак же за мной приедет, сука! Что я сказал? Это была шутка, это плюс 18, плюс 24, плюс 99. Черт! Черт! Все, мне пиздец. Надо быстрее уезжать в армию. Пока тесак меня не догнал. Шутка. Это все шутка, ребята. Не будьте вы такими серьезными. Я все сказал, унылые потлатые говнари. Так, ну догоняйте, добивайте. Че вы, я не знаю, как не люди прям. Потеряли мы, конечно, дохерища просто воинов. Как всегда, блин. Если бы они были стрелковыми, было бы намного легче. А так пришлось, конечно, пострадать. Хотя нет, я не знаю, были бы они стрелковыми, было бы лучше. Я до сих пор никак понять не могу. Все-таки в этой войне еще могут рулить эти, как его... Пехотинцы обычные. Это кто вообще бежит? Их союзники бегут, как язычники от миссионера. Ты что делаешь? Один побежал. Один. Ты что, лошадь свою потерял? Идиот. Бери свою лошадку. Ты что бежишь-то один, ополченец? Пиздец. Ладно. Так, мы тут их рубим, конечно, в капусту. Давай. Давай, рукопашка, а то сейчас еще своих убьете. Я знаю же ведь вас. А ополченцев надо добивать. Добивать всех ополченцев. Да, у нас еще один отряд остался, конницы. Что печально. Один отряд нас порубили. Ну, это мясо меня радует. Да, я озверел. Столько крови было пролито. Вы еще стреляете, вы по своим не попадите. Пожалуйста, ладно, все, перемотаем время по-быстрому, а то мы так будем долго еще. Нам еще морская битва предстоит. Желательно, конечно же. Я хочу их потопить, успеть. Все, этих оставьте. Давайте этих рубить, их много. Ой, блин, стреляете вы так опасно. Как мне не нравится, как вы стреляете. Я не знаю, как вы только по своим не попадаете. Так, ну ладно, с этой стороны все понятно. С этой что у нас? Бегут неуклюже пешеходы по лужам. За ними давай. Их 200. Я не понял, их 200? 200 из 200. И они побежали. Мы вроде командующего не убивали. Так, эти пусть остаются, да. Расскажите потом, обязательно. Чтоб, сука, обязательно рассказали, что мы пойдем насиловать ваших детей. Сука, блядь. Если не скажете, то будем насиловать ваших жен за место детей. Нет, нет, не надо, не надо. Да. Мой начальник наш опыт получает. Да, еще чуть осталось, видите, там, пять пальцев показываю. Ну вот там полоска, где ранг, опыт, где людей там убивает. 228. Полосочка будет расти потихонечку, и он будет опыт получать, да? Он же красавчик у нас, он получит опыт. Да, видите, заполняется.
хрена он сколько рубит, а? Охереть. Давай, еще чуть осталось. Сколько там тебе еще убивать? Никого не хочу оставить, хочу всех убить, чтобы опыт он получил. Новый. Да, да, и еще давай, давай, лычку, лычку, давай, новую, новую. Ну, четвертую. Не успеет, по-моему, нет? Ему чуть-чуть, по-моему, не хватит. Собака. Или хватит все-таки? Ну давай, давай, добивай, добивай. Не, не хватит, по-моему. Сука. Ну тогда этих добей, вот они еще бегут. Они еще бегут, они еще бегут. Вот один остался, бедный. Оставили мы кого-то в живых. Не, не успел, конечно, опыт получить. Не догонит. Нет, не догонит. Да. Ладно, все, хватит уже. Все, 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 все. Да все! Да стоп! Решительная победа. Сохранить повтор? Ну давай сохраним, что ли. Потом будет тоже любопытно посмотреть. Просто так. Не знаю, просто так решил сохранить. Завершить сражение, конечно. Премии еще есть, я думаю, морскую битву еще можно привести и попытаться захватить тот город, но только я уже не буду проводить уже битву, там и так ясно, что они уже все разбиты. Но я имею в виду тот город, где, помните, там армия разбитая. Где мы отбивались там, помню, что ли, отбивались, да, я уже не помню. Я уж память. Так, чок-чок-чок, мы потеряли 421, они потеряли 1874, собаки, что-то мало потеряли, и да, у нас он все-таки не получил опыт, ему чуть-чуть не хватило, и он одного человека потерял, генерал наш. Так, завершаем, и надеюсь, мы уже захватим, нет? А, нет, то есть мы должны сами, да, захватить вас, ну ладно, что, сами так сами. Какие проблемы, не лагай только. Нашел, где лагать. Ходов до сдачи 3, да не будем уже. О, еще и ворота открыты, отлично. Ну все, добиваем. Добиваем, по-быстрому. А 21 человека потеряли. Ну, отлично, все. Занять без боя. Они там все радостные, я думаю. И чинимся, конечно же. У нас денег не хватает, да? Класс! Делишес. Да, и мы полностью потеряли один отряд конницы. Мы, блин, его полностью потеряли. Но зато у нас орудие пара-то есть. Орудие пара-то. Так, и что у нас с картой происходит? Да, еще одну провинцию захватили. С вами мы не воюем. Мы воюем с теми, да, пацанами. Ладно, иди тогда к ним. Там промышляй. И смотри за границами, чтобы они с этой стороны случайно не пошли. Потому что все, теперь это наше владение. Они, естественно, могут пойти через эти провинции. Так, у нас построился, по идее, корабль. Да, сейчас мы нападем, но перед этим я хочу напасть на этот город. И у нас, по-моему, тут тоже орудия какие-то строятся. Да, хотелось бы, конечно, их испытать, но я просто думаю, что время уже не успею, я не знаю. Ай, ладно, сколько у вас войск? Ага. Давайте, знаете, как сделаем? Проведем сейчас морскую битву, потом соберем всю эту армию. Подожди, а что ты так медленно двигаешься? Изи, изи, чё так медленно двигаешься? Так, тут мы ополченцев выведем сюда. А отсюда мы возьмем орудие Парата. Еще никого-то не можешь, да, сюда? Да, не можешь. Короче, вот мы этой армии, вот этой полностью, пойдем и будем атаковать. Выведем их сначала сюда. Вы зайдите, пожалуйста. И не надо бунтовать. Нихера вы бунтуете. Айо, вы чё, пацан? Вы чё, охренели что ли? Алло, я вам налоги отменил. Вы чё так бунтуете? Охерели вы совсем. Так, кто у нас ещё ополченцы без опыта? Вот эти? Давайте, назад. Порядок, них... Ёб твою мать. Я чё, всю армию что ли должен туда отвезти? Давайте этих ещё опытных ополченцев. Ну, насадим, да хотя бы до нуля, пожалуйста, сделай. Охереть, вы вообще бунтуете, блин. И что, я вот этой армии должен пойти против этой? Ну, в принципе, это возможно, да. Так что, что я бунтую тут? Так, короче, смотрим, что у нас. Постройка. Какая постройка? Мы что, там что-то строили? Я уже ни хера не помню. Ладно, построили, построили. Да, вот корабль, отлично, все, можем сейчас спокойно уже потопить, наконец, отомстить.
Давно я хотел уже отомстить. Блин. Получен шелк. Откуда у нас шелк? Ну круто. Шелк это всегда хорошо. Это доход наш увеличит. Да, бунтуют у нас все, бунтуют. Причем налоги, по-моему, даже не поднимали-то толком. Следующий ход 71 будет, если я вот так вот сделаю. А так все, пипец начнется. Не, ребят. Надо, конечно, торговые эти... По-моему, тут нет этих торговых точек. В Сёгане втором оригинальном они были. Тут их, я как вижу, нету. Вообще нету. Вообще нету. Это ж плохо. Так, ладно. Все, морская битва. Морская битва. Надо мстить. Надо мстить. Причем охереть, как надо мстить. Один, да? Один. Все, ты задолбал блокировать мой порт. Стрелять по моим городам. И вообще делать всякие нехорошие вещи. Фрегат у него такой же, как и у нас, в принципе. Вообще такой же. И, ну, мы сейчас их с двух сторон, короче, его зажмем. И на абортаж, я думаю, возьмем. Я думаю, в этот раз удастся. Надеюсь, что удастся. Ну, все, атака. Что, мы ждем-то? Как меня радует, что никаких отрицательных эффектов, но вот я не хочу удар, я хочу немножечко подождать. Я уже боюсь, ну не, все, ладно, пусть будет удар, а то сейчас дождь пойдет, блин. Ой, какие корабли красивые, а. Конечно, это не европейские, но по сравнению с тем вот этим корытами, которые плавали, блин, в оригинальном Сёгане, это просто небо и земля, как говорится. Да, и в прошлый раз мне сказали, что нахрена ты использовал перегрев двигателя, у меня и поэтому корабль там взорвался. В этой серии я не буду... Ну, я просто не знал. В Сёгане втором это не было. Даже в Empire Total War не было этого перегрева двигателя. Но я буду использовать разрывные снаряды. Они очень действенные. И быстрая перезарядка тоже, в принципе, неплохо так. 14 секунд. Ну, все. Так, и второй корабль у нас. Тоже красавец, конечно. Ой, красавец. О, они опять поют. Они опять поют! Ну... Опять же, кнопочка это инсерт, если кто забыл. Вы чем слышите? Поют все-таки. Да, поют. Как я это люблю. Мне в Сёгане втором это очень нравилось. Я даже, помните, когда это... Только вышел Сёгун 2. Я это как его на презентацию ездил. В эту, как европейский. Там я тоже, по-моему, показал, как они поют. Прикольно. Так, ну мы вот так вот расставим, чтобы друг друга так не попадать. А то они могут, я знаю. И вот так вот бутербродиком его зажмем. В принципе. Почему бы и нет. Даже то, что мы против ветра будем идти, это вообще не влияет. Все-таки, хотя не, по-моему, влияет, да? Да, это все-таки парусный. А, сука! Ты что, действительно не сможешь? Да, вот хитрый, а мы долго до него будем плыть. Ай, собака, а? Вот собака. Да. Все-таки против... Вот этот доплывет быстрее, потому что он на этом. На двигателе. Залп носовых орудий. Даже залп носовый. Ну, в принципе, логично. Фул, да, полный. Полный вперед. Так же, как и ты, полный. Фул. Фул тротл, да? Как там эта игрушка? Фул тротл. Ну, нет, все нормально. А что я тогда поломался-то? А нахрена тогда эти парусы? Ну а, ну если у них кончится топливо, да, я знаю. Значит, тогда можно будет использовать парус. Перегрев двигателя. Не, все, я больше не буду нажимать перегрев двигателя, спасибо. Корсары. Немножечко корсаров рубим. Залп. Да. Вы как там? В порядке все? Соседний корабль, блин. Кнопка П. Кнопка П. А, о, все. Фух. Ну все, ждем. Когда доплывут. Это на месте вроде как стоять будет. Мы его зажмем сейчас. Бутербродиком опять же. И будем давать залп. Все, ждем. Пока доплывут. Я промотаю этот момент, естественно.
Ах ты! Ах ты! Ах ты! Ах ты! Ты хочешь нас топить? Ты хочешь нас топить? За это мы тебе бум-бум-бум-бум! Ух ты, собака, а? Ты смотри, что делает? Не-не-не-не-не-не, прямо-прямо-прямо! Вот собака, он уже стреляет по нам. Сильно попал? Ой, сильно попал! Мы еще проиграем! О-о-о! Ух ты! А ну стреляй! Да! Стреляй по нему, по противному. Наш, сука, аж перекосило, чтоб тебя. А это тоже, давай, быстрее, 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 плыви. Он сейчас сдаться, блин, он сейчас сдаться, охренеть. Боюсь, что командующему грозит опасность. Еще и на командующий, ладно. Вот, главное, топи его, сука, чтобы он сгорел, стрелял, блин. Хорошо, что попал по нему. Да-да-да, давай, детка. Ты сможешь это. О, сука, он сильный, он сильнее нашего корабля. И он сейчас от него ничего не оставит вообще. А, нечестно. Ты нечестно играешь, ты читер. Ну ты горишь, это главное. Я даже не буду его на абордаж брать, потому что горящее судно может перекинуться на мое горящее судно. Точнее, на мое не горящее судно. Поэтому мы просто его тупо сожгем. Мы его тупо сожгем, собаку. Да, 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 залпище. Просто за... А, сука, все, да? Вот, мы отправили ему на днище, ебаное, сука. МДК говно. Ну, это так, в тему. Ничего личного. Как всегда. Все, это все шутки, опять же. Как себе идет, веду? Не знаю, что настроение сегодня хорошее. Хрен знает почему. Не знаю, нет, не знаю. Может, потому что все удается? Господи. Вот так вот, если я со стороны буду смотреть, я буду вот так вот фейспалмом покрывать себя, фейспалмом. Потому что я когда свои, иногда свои ролики смотрю, иногда бывает такой, что я делал? Как идиот себя вел. Ну, люблю я кривляться на камеру. Опять же, вот если вы хотите... Меньше хотите кривляний, это Диодан, там, мистер АЛС, там, прочие ребята. Вот они не кривляются, как я, они серьезно. Серьезно комментируют. Но я так не могу, это уже все, уже привычка вошла в тупую. Да, у них потрачено одно. Угу. На дно и прочие школьные слова. Надо же их юзать, чтобы больше просмотров было, да? Так, ну, естественно, порт чиним. Наконец-то мы его чиним. Мы еще флот должны починить. У нас денег уже, конечно, не хватит. Даже на один. Так, мы вывели армию. Главное, чтобы зима не началась. Но зима еще пока не начнется. Да. Подождем один ход, сохранимся. И уже пойдем в атаку. У нас доход еще будет такой небольшой. Так, торговать мы ни с кем не можем. Да, ни с кем вроде не можем больше торговать. Или можем? А, уже торгуем. Уже торгуем? Уже торгуем. А, то есть мы так торгуем по земле, а так мы по морю. Понятно. Все ясно. Ну ладно, что? Все, пропускаем ход. Надеюсь, они сами ко мне подойдут. Я очень надеюсь. Все-таки как же нанять этих французских... Любители лягушек, блин. Прям я не знаю, мне прям так хочется их нанять, но где? Видимо, блин, ну мне же в начале ролика сказали, что Обама может торговать с французами. Почему? Почему не с американцами? Не знаю. Все-таки это Обама же, он тоже с американцами. Ну ладно. Почему? Ну почему? Ну почему? Пехота Сёгуна. Ну, пехота императора, да, но где пехота... французской. Твою мать, что-то я пропустил, видимо. Видимо, невидимо. Все-таки, наверное, порт, наверное, какой-нибудь разрушить, я думаю. Ой, ну напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Так, какой-то дом у нас новый, можем с ними торговать. Вроде как. Нет, не можем, потому что у нас все заняты. Да. У нас со всеми, как я посмотрю, дружба. Ну-ка, да, со всеми этими мы дружим, кроме... Это кто такой? Цу? Подожди, Цу. Может... Отцу же вроде ничего не осталось. Не понял. Цу? Ты каким боком тут записался? Вот ты... Слушай, вы можете нас... А, нет, не может, у него в принципе воинов уже не осталось.
Слушай, может СТУ захватить, а? Вот этой армии. Сейчас мы там все починим. Я думаю, блин, вот Sony меня бесит уже. Суки, они не хотели с нами вам торговать, что ли, там союзничать, я не помню. Че, они там уже не хотели, у нас денег нету. Вообще нет, ни хрена денег. Ни копья, как говорится. Ну, мы зато можем починить наши корабли, которые победили. И опыт они должны были получить, насколько я... Опыт получили, ребята? Да, неплохой еще такой опыт. Давай чини. А что еще остается делать-то? Надо? Ага, о, все. Тут у нас довольство, в принципе, нормально. Можем кого-то еще вывести. Вот опытных, пожалуйста. Ополченцев. Вот так вот. И они, я вижу, вообще оставили свой город. То есть они... Идиоты. Они идиоты. Вот что они. И мы, естественно... Так, сохраняемся. Естественно, нападаем. Может, ниндзя попытаться диверсию сделать? А, вероятность успеха. Диверсию ворот. Так, ты у нас что можешь делать? Отвлечь внимание гарнизона. Да кого тут отвлекать-то, по-моему, никого же не осталось. А, вот, можно их отвлечь. Блин, я хотел бы с вами сразиться, а не с ними. Но! Я хочу вас в открытом поле побить. Что за херня? Так нечестно. Я хотел испытать мои пушечки. Нет, я, пожалуй, не буду. Пушками можно любые ворота открыть, я думаю. И я все-таки хочу их испытать. Да, блин, ну это мало, ну это не. Ну это не интересный бой. Я не хочу этот бой проводить. Нет, я, пожалуй, автобой, а потом уже догоню эту армию и пытаюсь их в открытом поле. Ну, что. Я, конечно, понимаю, что можем пушками поприкольно так разносить их крепость, но мы же потом в этой крепости жить будем. Это ж победа! Тут даже говорить нечего. Занять без боя. Вот еще одна провинция в нашей славной державе захвачена. Как посмотреть карту нормально, чтобы было видно. Вот. Да, конечно, вот эти союзнички. Как я их ненавижу. Я не знаю, мне что-то какая-то к ним неприязнь. Хоть они наши союзники, у нас добрые и лучшие отношения с ними, но я их просто на дух не переношу почему-то. Ну не переношу я их на дух. Ага, уже можем торговать с кем-то. Да, Портос. Ну да, мы же захватили сейчас прибрежный город, можем торговать. С кем мы можем? Либо с ними? Не, ну с ними, блин, я не знаю. Шанс, что они там выживут, они же все-таки за этот, за, по-моему, за этих, за Сёгун, да. Поэтому я лучше поторгую вот с ними. Вроде как. Да, и тем более у нас отношения с ним такие не очень, так что надо попытаться с ним торговать. Это приемлемо, давай. Отлично, все, замечательно. Красавчика, красавчика. Где наш союзник хренов? Ё-моё, союзник. У нас отношения плюс 192. Блин, ты бы знал, я двуличная сволочь, я тебя ненавижу. Вот. Вот, знай. Так, а сколько там еще от этих осталось? Вот мы с ними воюем. С ними. О, их две провинции осталось. Херота вообще полнейшая. У них практически ничего не осталось. Вот давай ты лучше там как-нибудь диверсию. Да не зачем. Хотя давай, да не зачем. Хотя давай. Нет, нет, не зачем. Не надо, потому что 716 нет. Слишком дорого. Все, чини пушки все-таки повредили что-то. О, давайте, восстанавливайтесь. И можем еще, пожалуйста, отсюда кого-нибудь забрать? Ну, позялюсь-то! Что вы бунтуете, я не знаю. Что вам не нравится? У вас все тут вообще в порядке. Да, я, конечно, понимаю, что мы сейчас не такая богатая держава, чтобы... Надо хоть болтать, надо пропускать ход. Я хочу уже с ними сразиться. Блин, я не знаю, сколько эта серия затянется, но я хочу с ними сразиться. Да, но это зима уже будет. Блин. Отвлечь все-таки внимание, чтобы они остались тут. Ай, денег не куда! Ну вот уйдут же собаки! Уйдут же! Поймите мое слово, сейчас уйдут! Что им еще остается? Они же не будут зимние потери пережидать. Вот сейчас даже зима быть. Не будет же ждать. Хотя, если они идиоты, если компьютер придурок, то будет ждать. Собака! Кто? Какие еще захватчики? Вы чё? И музыка еще такая в тему. Вы кто?
Акияма. Охереть. Какие аки... Собаки, вот этот маленький кусочек, он как-то отплыл, оплыл всю территорию и... Ой, а может мы с тобой подружимся, а? Не ждите, что... Возможно, мы придем к соглашению. Давай-ка я тебе даже заплачу, я просто, ну там невозможно воевать с ними. Давай согласимся. Давай-ка, пожалуйста, еще Это даже заложников нету детей, чтобы их... Блин, тесак. Мне раз за мной приедет когда-нибудь. Давай тебе право прохода на 20. Давай тебе выплату на 2000. Я боюсь с тобой, я не хочу воевать с тобой. Ай, собака, ну все, тебе пиздец. Да, мы будем испытывать не пушки в этой серии, мы будем отбиваться в этой серии. Хотя, я не знаю, нужно заканчивать. И так что, видимо, от вас будет зависеть, сможете ли увидеть продолжение Total War'ов. Либо все вы будете смотреть Sims, Shkrakraft, FIFA 13. Потому что я не смогу все эти проекты вместе держать, и мы надо подкрепление. Все сюда подкрепление вообще, которое можно, вы сильно бунтовать будете. Сука, вы будете бунтовать, да? Блин, давайте хоть одну вот этих ополченцев. Корюбит внутри. Мне аж хреново стало. Начало суда. Но мы не успеем. Мы тупо не успеем этот город, они нас захватят. Мы не можем тут никого нанять. Не, хотя можем успеть. Линейную пехоту. Линейную пехоту. И что у нас не хватает там? У нас там много чего не хватает. У нас там никого не хватает. Это сын. Плодовитая. Че, нам оставлять этот город, что ли? Я не знаю. Он не отобьется, он никак не отобьется. Они сейчас буквально в следующий ход уже нападут. У нас нет никаких агентов, чтобы отвлечь внимание. То есть у нас... Я вообще не рассчитывал, что они сюда придут. Ну и все, в принципе, нам... Либо вот у меня сейчас вот желание либо выйти, да, что в принципе это было бы логично. Потому что надо сдать город. Сдать город, подождать подкрепление. Вот как раз это подкрепление подойдет, и мы будем уже... Да, я, в принципе, так и сделаю. Там... Блин, мы там нанимаем. Нет, тогда мы не в этой стране... не в этой провинции будем нанимать. Там еще гарнизонное ополчение, конечно же, есть. Но город придется сдать. Это вы сами понимаете, наверное, почему. Во, вот тут с лучшей защитой, конечно же, да. С лучшей защитой, с этими, да. Ай, два хода, собака. Ай, два хода, ай, собака. А этот ополченец тоже... Ай, два собака. Вы успеете в следующий ходу дойти? Да, вы должны успеть все дойти, и мы уже захватим этот город, в принципе. И флот надо разбить. Надо разбить этот флот, чтобы у них не было шансов, и потом еще обстреляем этот город. Короче, все, я понял, какая у меня тактика сейчас будет. Все. Ничего страшного, что они сюда высадились. Я даже не буду вести эту битву. Естественно, решительная победа. Мы можем еще успеть вас обстрелять? Нет? Нет, не успеем. А, нет, можем. Да, отлично, у них потери есть. Ну ничего, вы сейчас тут, блядь, суки, вы у меня тут узнаете всю мою ярость. А меж тем, блин, я прям не могу, я прям не хочу заканчивать, я не знаю. Мне что-то так затянуло это все, блин. Давненько меня так Сёгун не затягивал. Вообще, как-то последние серии были такие, знаете, скучные такие немножко. Так, мы еще можем, в принципе, уже перевести, давайте, опытных ополченцев. Вот так потихонечку будем их переносить. Да. Так, ниндзя и... Это, сучка. Сучка, идешь сюда. Ага, вот они. Понятно. Давайте все сюда. Сюда подойдите. Ты сюда. Ты сюда. Угу. Так, на всякий случай. Так, тут у нас... Блин, тут мы починить все никак не можем. У нас тупо не хватает денег. У нас тупо... Сколько не хватает денег? Сколько тебе денег нема? 1800. А это? 1200. Ебать. Главное, чтобы вот эти войну мне не объявили. Ну, конечно, все внимание теперь здесь. Просто в этом фронт. Может, вы не согласитесь на мир? Мы вроде бы как потопили ваш корабль. Я теперь даже не буду вам ничего предлагать, никаких даний. Вы просто отсюда в ужасе, и все. А как они, в принципе, а как они уйдут? Мы же флот уничтожили. Поважнее, чем выслушивать это неприемлемо, а ты согласись. Ну, все. Все, окей.
Сам напросился. Я даже не хочу заканчивать серию. Мне вот так втянуло. Тем более сейчас зимние потери будут. Все. Хотя нет, зимние потери будут у нас. Они же сейчас город захватят. Блин. С каждым годом интереснее же, и с каждым ходом все прикольнее и прикольнее. Блин, вот заканчивать надо, ужас. Целый час видео опять будет идти. Не люблю я часовые видео. Ням-ням-ням-ням, потому что их надо рендерить. 7 часов. Что-то меня прессует. Ой, что-то меня прессует. Надеюсь, ты не будешь... Нет, ты будешь тумовать. Ням-ням-ням-ням-ням. А знаете что? Я лучше сам сражусь. Да, эти боли у нас очертили. Знаете, почему я сам сражусь? Потому что, когда ты сам сражаешься, больше шансов вынести вражеских... вражескую армию, чем... У них кто тут и Дайми, и военачальник, и еще один военачальник. Да, я, пожалуй, сам проведу эту битву. Попытаюсь как можно максимум вынести вражеского противника, а потом подкрепление придет. Кстати, там еще с той стороны еще армия вражеская идет. Блин, вот это интересно, конечно. Сука, я прям не хочу заканчивать, я не знаю. Вот это уже интересно становится. А то какие-то скучные серии были уже, ну просто вы сами, наверное, видели, да? А тут такой экшен попер! Фью. Блин, время, конечно, ужас. Скорее всего, наверное, это тоже будет одна серия, потому что... Хотя, я не знаю, может, я еще и запишу Майнкрафт сейчас с Империи. Не знаю, сколько у меня сил хватит. Потому что я уже так немножечко уже на пределе. Называется, хотел испытать орудие пара там, блин. Да уж, испытал, да. В итоге меня сейчас окружает тут. Но я не дам этот город просто так захватить. Ну... В принципе, они его захватят, но не просто так. С такими потерями они сейчас отсюда убегут, собаки. Сейчас я займу такую оборонительную позицию, что... До последнего солдата просто буду их стрелять. Сейчас, блин, где больше всего людей, пусть с какой стороны нападать, там я и займу позицию. А если будет со спины еще заходить, то прикрою спины этими ярями. Да, я думаю... Хотя нет, они могут центр замок за этот центр занять. Города. Ладно, сейчас посмотрим. Блин, не знаю, я уже весь на нервах. Время ужас. Время ужас. Да, ребята, это как в 4-й серии Рим Total War. Вы будете стоять до последнего. Но если вам удастся как-то выстоять и обратить армию в бегство, я просто не знаю, я тут кончу просто все. Я тут закончу сейчас все. Это как этот Черданцев или кто там, комментатор-то. Я сейчас закончу здесь все. Ну-ка, сам можешь все! Ведь может же! Но ты гений! Я сейчас закончу вообще все! Ах, нет, не удастся. Не удастся. Они нападают вообще огромными армиями. Вот если вы начальника, мы пытаемся убить. Готовьтесь отразить атаку противника! Да-да-да, ты что? Так, это у нас кто? Гарнизон? Ополчение. Так, ты у нас займешь позицию вот здесь. Ты будешь, да, потому что ты самая лучшая пехота. И ты будешь стрелять. Стрелять без пощады, но... Так, дальше. У нас есть ополченцы. Ополченцы займут... Это кто у нас? Угу. Блин, еще и с этой стороны нападают. Значит, вы займете позицию вот здесь. Да? Так, еще раз проверим. Вы здесь. Так вот, да? Вот так вот. Вы вот здесь. Чуть-чуть даже вот так здесь. Так, вы. Вы пытаетесь держать вот это вот. А, я не еще и с этой. Ну, с этой кто? Пока. Ну, тут, конечно, выиграть это естественно. Вы сами понимаете, что нереально. Impossible. Поэтому давайте бегом. Да бегом! Вы чё пешком? Бегом, бегом, бегом! На кону ваши жизни жалкие. Никому не нужны. Вы остались тут, чтобы умирать. Чтобы умирать. Чтобы умирать.
Вы остались, чтобы умирать, чтобы умирать, чтобы умирать. Да, какой я добрый, я знаю. А чё? Такова жизнь. Такова жизнь. Ага, вот они идут. Ну а, они все-таки не хотят лезть под обстрел. Вот собаки хитрые. Ну ничего. А, у нас еще скоро пушки, точно. Не забыть про главную поддержку с этого. С моря. Класс, отлично, уже. Уже повреждаю. Ай. Ну и они, конечно, по нам попадут тоже. Даже без этого. Так, смотрим, что тут происходит. Тут у нас тоже, в принципе, обстрел идет. Но только он какой-то не очень обстрел. Эти собаки не идут. Да, еще командующего нашего пытаются убить, да? Ну давайте, нападайте. Вы что, эй, вы идете? Идут с такой скоростью, я не знаю, прогулочным шагом. Они не будут лезть, да? Понятно. Значит так, сюда. А ты тогда вот так вот. Потому что эти не хотят стрелять. Ну, и лезть не хотят, пока все не выстрелят. Занимайте позицию быстрее, обстреливайте их. А вы тогда с этой стороны. Вот так вот, да? Так, да, господи, вот мешают свои же. Господи, ну бегом. Вот так вот, все. Занимаем позицию, стреляем. Так, обстрел с... ганповый начальник. Сейчас мы будем тупо по его начальнику. Мы не будем по пехоте стрелять, артиллерия. Засада! Это засада! Какая засада? Вы че? Никакой засады нету, стреляй. Все нормально, не ссать. Не ссать в обороне. Не ссать, я сказал. Мы выиграем. Я очень хороший тактик, и мы выиграем. Ну, конечно, мы выиграем. Ага, размечтался. Ну, главное, что... Я говорю, мы потерим, понесем. Понесем больше потери, чем если это было бы автоматом. Так, еще 19-18 секунд, и мы сможем уже... бомбить военачальника. Просто бомбить его нахер. Так. Ты, конечно, не можешь тут никакие тактики использовать. Типа вот собрать там всех, там, чтобы они держались. Вот они уже лезут. Но у них уже боевой дух настолько маленький, что толку, что они лезут. Все! Стоп! Стоп! Все. Военачальник, стой на месте. Главное, чтобы не побежал. Не побежал. И мы стреляем кучно. Главное, как можно больше нанести повреждений. Так, прям чтоб в центр, сука, стрелял. Вот так вот. Все, пошел. Поехало. Давай, сюда, пульни. Вот. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Все, не беспокойся. Это просто огонек. Не убегай. Не убегай, где вы, начальник? Не убегай там. Все в порядке. Это. Не обращай внимания. Сука, летите давай, блядь, где вы? Долго я еще буду успокаивать. Сука, где вы? Все нормально, вы все не бойся, этот. Да, ими все в порядке, все с тобой будет. Стреляйте уже, блин, не люди. Ну видите, они убегают. Вот видите, что вы дождались. А вот хер тебе-то убежишь. Не убежишь ты отсюда никуда. Да, конечно, мимо вы стреляете. Им повезло, им, сука, повезло. Блять, везучий говнюк. Ладно, еще подождем, мы пока держимся. Ну мы уже. Так держимся, что они уже занимают наш город, да, все. Ну, мы проиграли. Ну, что вы думаете, что я выиграю, что ли, тут? Конечно же, нет. Я даже ничего не буду, я просто тупо сейчас промотаю время. Все. Еще и ниндзя там взрывают. Это как его, 47 секунд еще осталось. 47 секунд, вы продержитесь? Нет, не продержитесь. Да, еще выстрел не будет. Да, ниндзя своих же еще взрывают, придурки. Вот, по-моему, тут какие-то ниндзя есть. Там были у них ниндзя. Я не знаю, где они. Невидимые, что ли, опять? Да. Не удастся нам. Ну, да, и начальника уже убили. Ну, все. Тупо мотаем время. А чё? Ну, чё, вот так, чё? Ну, мы отомстим, ребят. Целый отряд погиб! Да. Целый отряд! Целый отряд, я знаю! Все, мы проиграли. Но мы отомстим. Мы обязательно, ребят, отомстим. Почти победа. Печально. Врагов убито. Ну вот, мы... У нас было 600, а мы их убили 654. То есть мы убили даже больше, чем было нас. Ну, конечно, мы полностью потерпели фиаско. Но зато мы их повредили. И сейчас еще и подкрепление придет.
На таймер я уже просто боюсь смотреть. Там уже адские какие-то числа. И, по-моему, он... Не, подожди. С нами со всей торговлей, что ли, прервали? Вы чё? Ладно, стоп. Кажется, они ещё успели... Это они? Не, мне показалось, что они тут территорию захватили. Я же думал, ну ни хрена себе. Да, вот они. Собаки. Наше подкрепление. Радуйтесь, рано радуйтесь, сука. Нате, мы сейчас еще обстреляем вас, блядь. Вот, сука. Ничего в итоге не помогло, никакой обстрел этот. Да, объединяем армию. И еще отсюда мы, пожалуй, возьмем. Вы здесь не будете бунтовать так сильно, а? Пожалуйста, не надо бунтовать в такое время. Все, отлично. Так, мы лучше можем, конечно же... Да, лучше, конечно, линейную пехоту взять за место... Так, вы как там? Уже бунтуете? За место ополченцев. Ополченец идет сюда. А вот линейная пехота. Да, возьмем его. Объединим их. Вот так вот, пожалуй. И уже нападем. На нем. Собаки, а. Главное, чтобы они сюда не пошли. Потому что тут у нас, видите, никого нету. Еще и вражеская гейша, блин. Это все печально, конечно. Это все печалит меня. Ладно, ничего страшного. Вот тут у меня вот больше всего беспокоит. Видите, вот эта вот армия. Она тоже тут решила напасть на нас. И вот на них, в принципе, можно испытать это орудие. Что мы и хотели, но время уже совсем уже, я не знаю, совсем время уже. Позднее, как говорится, да? Стоит ли проводить эту битву? Да, я думаю, стоит, чё уж там. Пусть она даже будет полтора часа идти, эта серия. Конечно, это уже слишком долго. Да, Эми сам пойдет в атаку. Угу. Орудие пара-то. Вот это, конечно, пушечки. Ну, у нас перевес и в огнестреле, да, насколько я смотрю. Но у них есть опытные. У нас, в принципе, тоже опытные. Но у нас ополченцы, и у нас уже никого из линейной пехоты толком-то не осталось. Да, печально. Да, давайте сохранимся еще раз. И пойдем в атаку. Что плохо, вы, наверное, заметили, да? Что мы в лесу. Пушки в лесу. Да, и, наверное. В принципе, что я возникаю? Вот здесь их можно поставить, и все. И здесь они будут стрелять. Да? Боевое положение, пожалуйста. Угу. И вот здесь вы будете стоять. Мы, если что, вас прикроем тут. У нас есть картечь? Да, шрапнель есть, отлично. Тогда можно даже вас не сюда ставить. Да, можно даже вас не сюда ставить. Сначала сюда поставлю вас всех. Так, вы встанете вот сюда. Да, в боевом положении. Вот так вот. Угу. Не, хреново. Лучше вот здесь встаньте. Вот здесь, пожалуй. Да. Так, а вы... Вы. Нет, с той стороны это... бесполезно. Вот здесь, на открытом пространстве. Угу. И прикроем вас всей пехотой, естественно. Да, тут линейная пехота. Вот так пусть станет. Только чуть подальше, назад. Пушки своим, по своим не попали. И вы, чтоб по своим не попали. О. Это уже тактика мистера ILS-191. Сейчас идет. Он тоже так же делает. Очень хорошая тактика. Сразу приглянулась мне. То есть, видите, вот так вот пушками. Межпехоты пушки. Хорошая тактика. Очень действенная. Ему очень часто помогало. И надеюсь, что и мне поможет. Угу. Так, мы поставили вас. Вас. Здесь тогда вот так вот мы поставим. Так, вы как там? Я не вижу просто ни хрена из-за леса, блин. Так, сверху с высоты поставлю. Во, и растяну вас. Угу. Вот так вот. Так вот. Вот так вот.
Так, вы. Угу. Ну, в принципе, вас уже можно как угодно практически ставить. Даже не бояться уже. Вы так. Вы так. Вы пойдете вот сюда. Вы пойдете. Ну, в лес, конечно, вас спрятать. Ну, ладно, пусть будете в лесу, если они захотят у нас пройти вот так вот. Хотя, в принципе, мы атакуем. Мы, по идее, должны идти в атаку. Они. Ну, ладно. Растянем, конечно, вот так вот фланг наш. Так, тут вдвоем встанете здесь, прикрывайте фланги. И вы там тоже вдвоем встанете. Что, побежите куда-нибудь и будете защищать на каком-нибудь из флангов. У нас нет совершенно конницы, как видите. Это очень плохо. Так, посередине мы поставим, пожалуйста, Яри наши. Ой, не Яри, Катану. Катана Кати. Вот сюда где-нибудь, посередке. Ну и вы начальник сзади. Все. Начинаем сражение, смотрим, как они наши пушечки. А если еще придут и шрапнели, мы долбанем. Уже стреляют, отлично. Полетели. Ну-ка. Слушайте, мне уже нравятся эти пушки. Огневой мешок, это типа точность, да, повышает? Да. Прям можно прицельный огонь вести. Давай сюда. Сюда. Надеюсь, вы сможете. И пошел залп. Да, быстро перезаряжает, очень радует меня это. Да! Прекрасная новость! Вражеский командующий убит! Вы слышали это, да? Вы это слышали? Вот такой точный выстрел мы произвели. Так что давайте. Даже можем от первого лица пострелять. Ух ты, как красиво. Вау, нифига. Замечательно. Полетел, родимая. Не слишком высоко. Значит, ниже. Ниже. Не слишком низко. Выше. Вот так вот чуть-чуть. Давай. Пошел. Попал. Нет, не попал. Ладно. Ниже, выше. Да ё-моё, что же я такой мазила-то? О, почти попал. Надо держаться этой высоты. Вот так вот. Да. Ладно, все, хватит. Пусть сами стреляют. О, уже лошадочки побежали чьи-то. Их лошадочки. Так, стрельба без приказа. Давай сам стреляй. Я даже тебе не буду ничего говорить. Сам стреляй. Ты отлично справляешься. Как ближе подойдут, так мы можем использовать... Ага, ох ты хитрый. Так, вы в стену копий, пожалуйста. А, вы уже, наверное, так и стоите. Вот так вот, чтобы они не обошли нас. Тут я знаю этих говнюков. Самое главное, что мы иначе... Ебать! Вы и начальника убили. А, и встали. Пс, подумаешь, блин, ядро попало тебе в бошку. Охереть, блядь. Какие еще летят? Вот там. Да, по пехотинцам стреляете. Подожди, а это еще один военачальник или что? Мы же военачальника вроде убили, или там еще один. Я уж просто не помню. Ну ладно, все равно он пострадает. Даже если он вплотную подойдет, его пехота просто тупо обстреляет и все. Так, у нас там, по-моему, битва, да? Да, битва. Но они убегают. Поэтому даже вмешиваться не буду. Да. Вы просто тупо стойте. Режим обороны. И все, и нормально, все в режим обороны. Кстати, вы все встаньте, пожалуйста, в режим обороны. Надеюсь, меня, наверное, не слышно сейчас ни хрена. Все режим обороны. Все. Все просто тупо в режим... Это что такое? Гамбет? Значительно увеличивает зону влияния военачальника, повышает силу атаки. Но это мы потом будем использовать, скорострельность. Да, уже идет. Хотя вот, можно использовать. Да, вот, отлично. Смотрите, как быстро увеличилось. А, стоп, мы забыли зарядить. Мы забыли зарядить пушечки. Шрапнель. Вот теперь сейчас вам будет пиздец, ребята. Давайте. Стреляйте. Зарядили, успели. Шрапнелем. Ну куда вы? Вы сейчас по своим же стрельнете. Ой, пипец, не успели, да?
Ну стреляйте, господи, хватит уже. Но! Но! И? Господи, вы долбоебы, стреляйте. Ну стреляй, вот стоят они. Все, пошел зал. Охренеть. Ага, тут помощь нужна. Да, где у нас там? О, вы видите, там просто снесло все нахер. В атаку. У вас нет шансов, убегайте. Так, воодушевление давай. Сбор войск. Фу, и тут тоже битва, ну, давай. Я просто засмотрелся, извините, видите, засмотрелся и пропускаю тут атаки. Ну, просто это красиво выглядит. Очень красиво. Пушки, конечно, тащат. Артиллерия, бог войны. Давайте еще один залп. Заряжайте картечь. Ой, просто пипец. Там выносят их всех. Ой, не то. Пипец. Просто выносят. А вы стреляете? Я вообще за битвой не слежу, я просто тупо слежу за тем, как пушки стреляют. Извините, конечно, я так себя веду. Мне просто интересно на этом смотреть. Что, не будете стрелять или все? Ну, продолжить, конечно же. Ну, вы видели, да? Комарили там, собаки. Мы потеряли, конечно, тут много чего. Много кого. Да. Ну, мы конница, все, конница, идем в атаку. Добивать. Это что? Новый год! Так, кого тут больше всех? Вот давай. В атаку. Так, все, пушечки, успокойтесь, пожалуйста. Стоп, 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 стоп. Все, хватит. Хватит. Вы их напугали. Они даже не поймут, что это было. Они уже поняли, что это было. Так. Стрельнешь? Должен. В задницу. Вот это кровавые задницы. Давай еще один выстрел. Сделаешь? Нет, не сделает. Просто тупо рубить уже будет, да. Ух, весь экран, блядь, в крови. Ладно, просто ускоряем время и все. Че тут ждать? Да, так вот вот, будете знать. Долина смерти, блин. Зато ты можешь опыт получить. Да, он, да, еще один опыт получил. Но это не тот, конечно, наш наследник. Это сам Дайми, насколько вы помните. Так, ну догоняй, добивай. Вот их, пожалуй. Так, еще раз. Стрельнешь? Вам тот же. Ауч! Да. Смотрите, как их снесло просто. Это значит, это как принцип домино так. Пипец, ребята. Вы попали. Зря вы на нас пошли. Сейчас мы еще город отбивать будем. Наши пушки сильны. Мы убили вражу. Ой, голову снесло. Смотрите, союзники врага бегут. Ай, капец. Мы еще и пушками вашего военачальника убили. Но... Ладно, что-то я уже меня заносит. Слишком много крови. Слишком много. Плюс 18, плюс 18, ребята, плюс 18. Плюс 99. Так, ладно. Все, можно, в принципе, уже заканчивать. Признать поражение. Да. Я признаю свое поражение. На. Посмотри, сколько времени вообще.
тут ору. Так, ну что у нас там по потерям? В принципе, мы вообще нисколько и толком-то не потеряли. Ни один отряд из нас не уничтожен, слава богу. То есть мы можем восстановить, да, вот это, конечно, сильно пострадали. Потому что я отвлекся на пушечки. У них было 2222. Осталось 622. Одинаковые цифры рулят. Господи, таймер, я уже боюсь на него смотреть. Ой, ужас. Повышение, да, повышение. Давай у тебя повысим. Угу. Так. Что тут у нас? Ты у нас как атакующий, да, в принципе? Давай-ка, да, мы тебе в атаку и качали. Ночных сражений. О, кстати, ночные сражения, то круто. Скорость пополнения всех отрядов. Да, скорость и ночные атаки. Оборону мы не будем качать ему. У нас чисто такой атакующий дайме будет. Хотя, в принципе, ему сейчас оборона бы не помешала, потому что, я думаю, они нападут на нас сами. Но мы в город сядем. Нет, мы, пожалуй, в город сядем. Вылечимся там. Да, и переключаемся опять на... Нет, подожди, не переключаемся. Кто у нас там еще? Да, у них все-таки еще дайме остался, поэтому дайме... Хотя... Смысл убивать дайме я не вижу, потому что вы знаете, что он появится буквально в следующий ход. Вот диверсию в армию какую-нибудь совершить, это да. Вот в этой особенно, потому что в ней больше всех. Давай тебе диверсию. Вероятность, конечно. А, ну нормальная вероятность. Да, отлично. Красавец. Еще и уровень повысил. Сколько у них там? Ну, ты что, господи, убил там все 10 человек там от силы, там 15. Ладно, не буду я. Подрывная деятельность, покушение. Вероятность ухода от вражеского агента. Вероятность успеха действий синоби. Давай-ка мы лучше тебе покушение, вероятность ухода от вражеского агента. Вот. Будешь у нас покушение покушать. И подрывная деятельность в армии, да? Да, в армии. Все-таки армия, конечно, это намного важнее, чем что-либо еще. Ну, ты их не можешь не отличить, да? Ну, это слишком дорого, нет. У нас денег не так много сейчас, чтобы заниматься такой херней. И, пожалуйста... О, все, можем еще одно. Еще одно войско перенести сюда. О, смотрите, это место теперь героической битвы получилось. Да. Охренеть. Казалось бы, битва, ничего такого, но... Ну, ладно. Я рад, что памятник тут появился нашей победы. И переносимся, естественно, сюда. Потому что тут творится полная херня. Как вы знаете. Обстреливать мы их уже не можем, да? Да, тупо ход кончился. Но зато блокировать-то порт можешь? Атаковать. Да. А, нет, у тебя тоже ходов не хватает. Ну все, ты подходишь сюда. И уже будешь... Да, у них еще недолго, не скоро они еще восстановятся. Ой, не скоро. Сохраняемся, пропускаем ход. Так, сейчас, погодите, пропускаем ход. Да. У нас тут все в порядке, кроме вот этого ЦУ. Все, зашибись, пропускаем ход. Все. Союзнички там все союзничают. Что-то там промышляют, блин. Все территории меня отхватили. По идее, это все территории должны принадлежать мне были бы. Но нет, не судьба, видимо. Чего? Да? Так что это такое вообще? Обычные крестьяне бичи. Ой, лол. И вот уже появились железные дороги. А вы все продолжаете голосовать за Sims, за Школакрафт и за FIFA. Голосуйте дальше. А тут дальше только интересное начинается. Все интересное это впереди. Нашего синоби заметили агент противника. Теперь он может стать их жертвой.
Один из домов провел первую в Японии железную дорогу. Этот современный метод передвижения позволяет быстро перебрасывать армию агентов из одной провинции в другую. Нам следует тоже создать свою систему железных дорог. Надо бы, но у нас тупо нету денег. Угу. Понятно. Ну молодцы, молодцы. Хвалю. У нас тупо нету денег, ребята, чтобы железные дороги тут делать. У нас вообще полный пипец. У нас доход упал. Просто упал. Ой, кошмар. Еще, конечно же, мы не можем пока деньги с них брать, да? Да, не можем. Не, в принципе, можем, если мы переведем отсюда. Комары столбали летать. Ну, нет. А хотя... Да, я, пожалуй, лучше переведу, потому что нам доход очень сильно нужен. Вот, два этих ополченца. Пусть пойдут туда. Да, и отлично. Мы можем получать доход уже с этой провинции. Наконец-таки. И это сильно нам поможет. Тут-то ничего толком не происходит. Они и так уже отхватили люлей. Ну, сами туда, конечно, идти не хочу. Так, нашего этого обнаружили? Ага. Плохо, что обнаружили. Давай-ка ты спрячешься в лесу. Где-нибудь здесь, чтобы тебя не атаковали. Спрячься просто. Исчезни. Так, ну и у нас, конечно... Ой, блин, мы все забываем, что надо тут починить. Денег-то хватит, но все. Хоть на это хватило. На это не хватило. Это что у нас? Артиллерийская школа, а это крепость. Конечно, крепость я лучше починю, чем... Хотя тут, видите, тоже оружие можно нанимать. Пара там, блин. Ну нет, сначала мы лучше так починим. Деньги потратим. Так, ну и армия наша. Наша, блин, армия. Сколько у вас там? Да. Ну вы сильно, конечно, пострадали, ребята. Ну и у нас армия не такая сильная, как хотелось бы. Потому что если отсюда еще начать выводить, они будут бунтовать. Да, конечно же. И у нас нет артиллерии вообще. Обстреляй их. Да, отлично. Попали. И осадим их. Я думаю, их осадим. А так, дальше уже посмотрим, что они будут там. Скрытая армия обнаружена. Че? Да какой он эти армии? Вы че мне показываете какую херню? Атаковать. Все, надо отбить этот город, потому что они совсем охренели. Ой-ой-ой. Перевес на их стороне просто колоссальный. И у нас есть, ну да, да, у нас поддержка есть. Продолжить осаду, конечно же. Я сам не пойду. Это самоубийство. И, конечно же, мне помешало бы еще подтащить сюда. Помощь. Давайте сначала наймем. Я думаю, я не успею просто подвести. Что с этой стороны не успею. Что тут не успею. Да. Раз, два. Еще скорость перемещения низкая, потому что зима. Блин. Ну-ка, если вас вывести... Да, все в порядке, в принципе, можно вас попытаться вывести сюда. Сколько бы... Ой-ой-ой. Не успеете, ребята, не успеете. Да, это будет, конечно, жестокая битва. Но ничего, ничего. Тут у нас пополняются. Один ход остался, а тут 4 хода. 3. Давайте еще кому... На, у нас денег нету. Ладно, еще один ход пропустим, посмотрим, что из этого выйдет. Ой, время. Я это видео буду рендерить 12 часов. На вашем месте я бы выслушал мое предложение. Оно Чего? Может показаться вам интересным. Кому? Какой Тоттер? Я думаю, помню, кто это такие вообще. Кто это такие? Тоттери. А мы еще должны вам деньги за это заплатить. А не пошли бы вы нафиг? Вы нам заплатите, пожалуйста. Требовать плату. Я такой наглый. Кстати, давай-ка мы тебе... как его? А что, я не могу тебе право прохода? А, так это наши союзники, что ли? Господи, я уже глючу. Военный союз. Не, извини. Никакого у нас не будет с тобой договора. Вот видите, союзники начинают уже наглеть. То, что они чувствуют, что у нас, видите, провинцию захватили, что мы типа слабеем. И нас можно раздирать на кусочки. Нет, это им я не позволю. Не позволю. Так, ну самое главное, эти не нападают, которых мы осадили. Но эти собирают армии. Ё-моё, какой они там армию собирают. Нет, они все-таки напали.
Я не знаю, если я еще одну битву проведу, это уж просто пипец какой-то. Вы это видео задолбаетесь смотреть. Хотя давайте вот эта последняя битва будет. Потому что я сам уже задолбался. И вас, наверное, уже задолбал это все. Просто надо этот город отбить. А то это вообще какой-то ужас. Какого хрена они посмели? Да, проведем мы эту битву. Ох. Битву-то я, конечно, проведу, но Майнкрафт и Империю, я думаю, записывать буду днем, потому что, ну, сами поймите, сколько я уже играю, уже все, у меня мозги начинают уже плыть. От такого количества битв. Серия, наверное, будет час 30, час 40, может даже 2 часа, я не знаю, уже просто я уже со временем сбился, мне таймер показывает час 21, но это неправильное время, она уже раз 50 сбилась тут. И нам надо отбивать огромную армаду. Да, опять же, тупо в линию всех выставим. Ополченцы, я думаю, справятся, продержатся. Если что, мы им поможем, там, пехотинцами. Вот так вот их мы поставим. Как-нибудь. Не, это как-то неправильно. Вот здесь. Да, лучше здесь так поставить. Растянуть. Да, тут у нас встанут вот эти вот товарищи. У нас, кстати, еще конница есть. Вот это, кстати, хорошо, что у нас конница есть. С этой стороны мы поставим вот этих вот пацанов. Я думаю. Хотя нет. Нет. Этот идет сюда. Сюда. Этот ты будешь посередине. Середина у нас где-то вот здесь. Вы начальник здесь. Наш, опять же. А, нет, это не Даймит, какой-то сын. Хрен знает какой. Кавалерия вот сюда. Начать бой. Смотрим. Да. Так, вот я только понять не могу. Мы же вроде могли обстрелять. У нас же корабли были. Я-то думал, у нас поддержка будет. Ух ты, олени. Вас рубить можно? Жаль. И, кстати, что это такое за баг такой, видите? Вот это что это такое? А, это типа туман, что ли, или что? Тень как-то... Ладно. Хер с ним. Что-то, видимо, баганулось у меня тут. Так, ну вы идете, да? Молодцы, что идете. Так, а вы что тут делаете? Так далеко. Ну-ка поближе встаньте. Мы... Куда бы вам вдарить бы? В спину там. Как-нибудь так, в спину. Ну так, сначала встаньте. Главное, чтобы они не отвлеклись. Ну и промотаем. Не промотаем. Если они так идут красиво, то мы тоже встанем красиво. Вот так вот, пожалуй. Вот так вот, да? Вы согласны со мной? Я думаю, вы согласны. Куда вы денетесь? И вы вот так вот, пожалуйста, встаньте. Вот как-нибудь вот так вот. Угу. И вы вот так вот. Потому что они, видите, как идут толпой. В принципе, мы можем их спокойно вот так вот зажимать. Но они тоже хитрые, видите, они что-то выдумали там. Мне это не нравится, что они обходят нас с фланга. Поэтому мы встанем вот так вот. Вы же не будете на Яри нападать? Ополченцев с копьями. Я надеюсь, что вы не будете это делать. Потому что иначе вы подохнете. Дегенераты последние. Тут они тоже решили это сделать, но я опять же скажу, нет. Я не соглашусь с вашим мнением. Если что, конница сзади вам вдарит. Ага, это военачальник? Военачальник, слушайте. А, да, у них, я же забыл, что у них куча военачальников. Ну, он какой-то хитрый жук. Вот они хитрые, смотрите, что они делают, а? Ух ты, хитрый жук. Не-не-не-не-не-не-не. Ты так это, не мудри тут. Не надо нам такого счастья так с фланга обходить, а? Ты смотри, что делает, засранец. Вот ты хитрый жук. Стой на месте. Слушай, охренеть, а? Он все-таки тоже думать научился. Тогда мы подведем поближе. А, уже переселка, по-моему, началась, да. Уже началась. Перестрелочка. И ждем атаки кавалерии. А то они как-то мне не нравятся, то, что они вот так вот
себя ведут. Враг устроил засаду. Никакой, не все, успокойся, все в порядке. Бегом только сюда. И вы тоже давайте уже бегите. И нет, подождем пока. Поближе, поближе, поближе. Так, вы вот так вот встаньте. Вы. Ага, вот они все-таки нападают. Ну все, давайте, бегом. Я не хочу, чтобы они мне в спину заходили. Если что, вот эти помогут. Да, давайте, помогайте. Потому что тут все в порядке. Мы их с двух сторон, в принципе, зажимаем. Даже конница их, она должна сейчас пострадать. Так, тут мы зажимаем. Да. Так, вот это, конечно, вы неправильно бежите, вот так. Совсем неправильно, прям под обстрел. То есть вам вообще похеру на все, да? Так, так. Конница, конница, конница. Блин, мы забыли, сука. Вот так вот отвлекся. Ну все, конницу мы потеряли. Забыл я про конницу совсем. Наш команд... Ой, только по командующему не стреляйте, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Это что такое было? Это ниндзя. Это, сука, это ниндзя были, точно. Да, и сбор войск. Все, держаться до последнего. Зажимай. Зажимайте их. Нам нужно, чтобы военачальник этот побежал. Так, тут обстрел идет, все в порядке. Блин, наши либо бегут, либо они... Хрен знает, что делать. Какие? Какие из? Так, вы вот так вот за... Блять, сука, ну пиздец полный происходит. Давайте, я не знаю. Держитесь до последнего. Все, в атаку, в атаку. Не допустить вообще. Такой херни. Так, эти сейчас побегут, точно. Да, полная жопа происходит. Потери, конечно, ужас. Нет, с этой стороны, с этой сюда беги, сюда. Вы нам тут нужны. Блять, эти долбанные ниндзя, они меня бесят. Ой-ой-ой, военачальник, стой, 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 военачальник. Ты что, псих, что ли, совсем? Я, конечно, понимаю, что я тебя в бой послал, но не такой же степени. В атаку. И вы их рубите в атаку. Ой-ой-ой, мы сейчас вам проиграем. Да. Дэн Каммерс. В атаку. Хотя нет, вот в эту сюда, в эту в атаку. Блин, я их сам уже замучил, я даже не знаю, куда их посылать просто. Стреляй. Большими потерями, но мы должны выиграть. Пиздец, что происходит. Вы задолбали, ниндзя долбанные. Ой, военачальник, военачальник, ну ты только не тупи, а. Воодушевление, давай, воодушевляй тут всех. Все, бегом, бегом, убегайте уже, вы задолбали меня. Вы меня бесите. Так, конница наша вернулась, отлично. Не-не-не-не, вот на этих, блин, на этих, короче. Бегом. Надо их спину зажать. Так, вы тут сражаетесь, сражайтесь. И вы тоже сражаетесь, сражайтесь. Все, военачальник жив. Военачальник жив, отлично. Бегом сюда, поддерживаешь боевой дух. Давай, увеличивай. И, господи, сбор войск не работает. Все, мы их погнали вроде как. Да, с такими, конечно, большими потерями, но мы их погнали. Мы их погнали. Бегите, все, вам нечего тут. Блин, они не до конца хотят убегать, а? Собаки, а? Ой, блин, меня аж мандраж сейчас хватит. Сука. Бегом, я сказал. Военачальник, давай добивай. Все, хватит уже вам. Ой, какие потери у меня, ужас. Я даже не знаю уже, как комментировать, видите, я уже, блин, сбиваюсь уже просто с мыслей. Так, все, военачальник сделал этот раш. Так, все, бегом, 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 уже все, пофигу уже. А вы в них стреляете. Так, тут целая куча побежала. Добивай. Ну, мы должны уже выиграть, я не знаю. Давай, бегом, бегом, гнать их всех в шею. Так, тут у нас держатся, держатся, но с последних сил вообще. Блин, тут, конечно, тени. Что-то с видеокарты, видимо, ну, я новые это драйвера установил, видимо, из-за них. Да, тут, конечно, полная жопа происходит, ну ладно. Мы им помощь еще пошлем, если что. Все, все, хватит, убегаем.
Точнее, вы убегайте. А вы их зажимаете. Спину, спину, спину. Все, отлично, побежали. Ой, господи, какие потери. Какие потери. Все, хватит стрелять. Все, 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 бегом. Просто беги, беги. Не надо стрелять. Кошмар. Ой, кошмар, потери какие, а. Все-таки противник серьезный попался. Блин, сидел на своем островке, да? И решил только повыеживаться. Да, вот это мясо. Блин, меня это бесит, эта тень. Может, у вас ее и нету, но у меня она вот там посередине. Капец, ой, капец. Все, залп делай, залп. А вы стойте. Союзники их бросили! Ну и в атаку. Добивать всех, никого не оставлять. Они чуть нашего военачальника не убили. Видите, что там ниндзя творили? Это все ниндзя, блин, невидимые отряды. Бомбами забросали. Как только он еще выжил, я не знаю, это где. Ой, только не убей своего, пожалуйста. Будет глупо, если ты сейчас сдохнешь. Голову там кому-то отсек. Так, вы можете еще залп сделать? Да, можете. Давайте еще залп. Как они успели перезарядиться, я не знаю. А, нет, не успели. Вот, по ним стреляете. Уже просто херней страдаю. Тут мы никого в живых не оставим. Да, да. Господи, вы все какие-то блестящие. Что с вами? В крови, что ли? Да, все в крови. О-о-о-о-о. Да, тут в мясо. Ну все. Да. Признать поражение. Первая победа, да, действительно. Гребаная первая победа. Будет хорошо, если лодка с делегацией отправится на дно морское. Татри Сай... Такамури Сайго, самурай, чиновник, сторонник императора. Ну, а дипломатической миссии Мэйдэй, направляющая цель расторжения неравных договоров. Мэйдзи, а, Мэйдзи, или Мэйдэй, шрифт вообще такой вот. На дно морское. Ай, отправили мы уже в этой серии лодочку на дно. Так, ну я боюсь смотреть на потери. Да. Но что самое удивительное, ни один отряд мы полностью не потеряли. Видите, они еще могут восстановиться. Это меня радует. Ну, но да, они еще пока не захватили их. Я думаю, с ними надо мир заключать. Сейчас захватим, мир заключим. Тут еще, блин. Ужас, что творится. Да, мы тут линейную пехоту нанимали, но, в принципе, она уже тут не нужна. Оставайся там, охраняй наши границы от союзников, которые наглеть стали. Так, вы можете тоже назад отправляться. Вам тут уж делать тоже нечего. Да, назад. Ну а вы, ребята, ой, быстро захватить, а то у вас зимние потери. Да, там написали, что зимние потери. И в итоге, да, мы потеряли кучу армии. Ну ладно. Зато хоть деньги будут капать. Без боя, конечно. Повышение уровня военачальника. Отлично. Сёгун одобряет ваши действия, поэтому вам присвоено звание советника. Так, мы можем кому-то звание советника дать. Так, ну у нас, в принципе, они уже все... Хотя, вот, не, можно, да? Вот, пожалуйста, на моего этого наследника. Ай! Нельзя, да? Ну ладно, на этого-то, что мы можем тебе дать? Ты у нас, что у нас? Ты у нас главный инспектор. Стоимость во всех провинциях стареет, понятно. Ты у нас, пожалуйста, контролер. Рост экономики во всех провинциях. Да, вот, конечно, экономику нам надо поднимать, да. У нас... О, у нас 2000 сразу, охренеть. Замечательно. Так, тут у нас, конечно, пострадали. Ой, пострадали. Ой-ой-ой. Так, скорость пополнения всех от... О, кстати, полезная очень штука. Довольство от модернизации этого человека. Не, лучше восстановление. Сударь, блин, лекарь. Сударь, вы лекарь. Ну ты у нас будешь больше, да, наверное, защитник, потому что, не дай бог, они еще придут опять. Сволочи. Хотя ты только что атаковал. Ну ты у нас будешь защитник, я так и хотел.
Зимние потери, да, вот они как раз несли зимние потери. Новый титул. Провинция захвачена. Так, вы там не бустуй, не бастуйте, суки. Отменим вам на один ход. Да. И я уже устал, все. Пипец просто. Я вымотал. Вымотан полностью. Так, вы у нас не повредились, да? Вас чинить, надеюсь, не надо? Нет, надо. Ну, чините, чините, сударь. Так, ты у нас доходишь до сюда. И вы, в принципе, вас надо туда переправить, потому что там полный пипец, что будет сейчас твориться, я думаю. Вот так вот. Хоть мы их туда-сюда гоняем. Уже я не знаю, какой ход. Ой, капец, сколько вас тут. Ой, капец. Что ты можешь сделать? Ничего, да? А ты что можешь? Ну, это отвлечь внимание или обольстить. Но обольстить ты не можешь, Дайми. Дайми тоже смысл уничтожить. Не вижу. У него одна звезда. Это бесполезно. А вот диверсию в армии я, пожалуй, совершу. Хоть это и дорого стоит, но надеюсь, ты в этот раз, да, справился и больше потерь. Ну, как сказать? Они все равно восстановятся через два хода. Так что надо армию, конечно, свою выводить по-хорошему и атаковать самому, но нет. Нет. А, мы хотели помириться с этими придурками. И мы можем торговать. Да, у нас торговые соглашения со всеми разрушились. Почему-то не хотят больше с ними никто торговать. Вот давай, предложить мир. Я давай, все, думаю. Согласен? Ладно. Ладно. Сам напросился. Вот, давай с вами поторгуем. Предложить торговлю. Заходите, садим. Отлично, с одними договорились. Так, кто еще у нас побольше по территории? Нет, с вами. Это вражда. Дружба. Лучше со своими союзниками буду я торговать, чем с врагами. Да. Так что мы начнем вот с симпатии, вот с вами. Давай, торговлю. Добро пожаловать. А то еще, мало ли, там, будем торговать, и нам какой-нибудь яд пришлют. И мы такие все... Это, конечно, я придумываю уже. Уже ничего делать придумываю. Ну, давайте с вами тоже поторгуем. Прекрасен день. Отлично, то есть у нас сейчас экономика просто поднимется. С вами еще дружбу можем тоже. Заходите. Так, ты договорился с нами? Как? Да, договорился. Слава богу, ты что-то как-то... Ну и все, в принципе, больше уже не можем ни с кем торговать. Со всеми друзьями мы торгуем. Мы этому не знаем, кто это такие. И вот наши территории пока что. У наших союзников территории, по-моему, поменьше стало. Ни хрена. Вот ни хрена. Ай. Был, конечно, пипец тут. Так, им да, и мы тут еще не можем починить. Все, забываю, что мы тут у нас... Да, не, у нас денег не хватает. Ну, все, в принципе. Я думаю, все, да. Сохраняемся. Это была очень длинная серия. Не знаю, вы, наверное, тоже устали уже смотреть. А я устал уже записывать. Я думаю, днем я все-таки, наверное, спешу. Если опять никаких проблем не будет. Могут быть. Ладно, днем запишу этот, как его, Майнкрафт и Империя Total War. Ну и если не завтра, то послезавтра, не знаю. Ну а вы голосуйте, если вам это все интересно дальше смотреть. Обязательно в голосовании, потому что, как говорится, от вас зависит, что я дальше буду проходить. Вот и все, о господи, таймер. Вот у меня 1:39. 1:40 уже. Все, спасибо за просмотр, друзья. Увидимся. Наверное, увидимся в следующей серии. Это от вас зависит. Я пошел это монтировать. 12 часов ему на это рендерить. Ёб твою мать. Пока. Заебись, да?